Поэт народного склада, поэт-песенник Алексей Васильевич Кольцов родился в Воронеже в 1809 году в семье Просола, торговца скотом, и уже в 9 лет сам разъезжал по деревням и селам, помогая отцу в торговле. Отец позволил ему только закончить 2 класса в уездном училище. Виссарион Белинский писал о Кольцове. Он видел вокруг себя домашние хлопоты, мелочную торговлю с ее проделками, слышал грубые и не всегда пристойные речи даже от тех, из чьих уст ему следовало бы слышать только хорошее. По счастью, к благородной натуре Кольцова не приставала грязь, среди которой он родился и на лоне которой был воспитан. С издества он жил в своем особенном мире, и ясное небо, леса, поля, степь, цветы производили на него гораздо сильнейшее впечатление, нежели грубое, и удушливая атмосфера его домашней жизни. С 16 лет он начал писать стихи, которые поразили современников своей самобытностью и поэтической новизной. В 1831 году, приехав в Москву, Кольцов познакомился с Белинским и нашел в его лице своего литературного учителя и друга. Вскоре стараниями литературно-философского кружка Николая Станкевича была выпущена первая книга Кольцова. В Петербурге молодого поэта обласкал Пушкин и напечатал в журнале «Современник» его стихотворение «Урожай». Оставить торговлю и целиком отдаться литературе Кольцову так и не удалось. Заболев чахоткой, одинокий поэт, при полном равнодушии семьи, скончался 33 лет от роду в 1842 году. Обойми, поцелуй, приголубь, приласкай еще раз поскорей, поцелуй горячей, что печально глядишь, что на сердце таишь, не тоскуй, не горюй, и за чей слез не лей, мне не надо б на их, мне не нужно тоски. Душу мою твой печальный убор, для чего ты в него нарядила себя? Разрядись, убери свой наряд голубой и на плечи накинь шаль с каймой расписной, и на плечи накинь шаль с каймой расписной. Как мне мило теперь любоваться тобой, как весна хороша ты, невеста моя. Обойми ж, поцелуй, приголубь, приласкай еще раз поскорей, поцелуй горячей еще раз.